Приветствуем вас, друзья, на канале Прусский Шмурдяк. Сегодня у нас выезд в Амазонку. Короче, залезли. Превью снять, вступление в кукурузное поле. Блин, тут так прикольно, так прохладненько. Сегодня у нас коп по полям, по лесам, по войне, не по войне, по старине. По кукурузе. Вон у нас там какие-то кабаны уже кричат. Говорит. По полям, по лесам, по кукурузе, по всему, короче. А этот, что там по початке? Початки еще маленькие. Вон они. Ну, это кормовая кукуруза. Ее, в принципе, она не такая вкусная. Хотя ее варят, потом на пляжах продают. Вот эту кормовую кукурузу, которая стоит 10 рублей. Вам продают по 100. Посолили и съели. Ладно, смотрим сейчас коп, сам коп. Так, ну бродим тут. Вот тут сигнал поймал, а вот чуть выше поднимаю, верховая. Здесь вот сигнальчик какой-то. Молоток. Молоток. Потому что Сережа молоток. С инструмент берем. Сейчас сигнал еще выкопаем этот. Ну там вряд ли, мне кажется, что-то ценное. Потому цинковый сигнал. Если будет интересно, я его покажу. Следующая находка. Вот такой вот снарядик. Низ у него, причем бакелит. Это получается, как она там, мортира для винтовки Маузера. То есть к ним крепилась такая, чтобы кидать гранаты от винтовки выстрелом. И вот она, короче, походу она и есть. Вот бакелитовая штучка нижняя. Вот такой снаряд интересный. Ну, опасный. В руках не стоит держать. Продолжаем. Продолжаем наш коп. Немножко, может быть, верховая была. Вот так вот лежала сверху. Сверху какой-то бакелит. А сзади, короче, там вся в картинках. Вон клеймо в виде вымпела с огнем. 25, 518, АВ-В-102. Ну, к автотехнике, скорее всего, имеет отношение. Знатоки, которые разбираются в подобных запчастях. Видите, он по размеру в руку вмещается. Вот здесь вот дырки для крепежа. Короче, к автотехнике какая-то штучка имеет отношение. Ну, а мы продолжаем. Машина. Хочу обратить ваше внимание вот на такую находку. Находка вообще это монеты-колосики. Вон сверху монетный двор. Серег, мог бы поровнее пробить. Дело в том, что мы, видать, снайпер какой-то стрелял, соревновались на меткость. Представляете? Попасть в монету и так вот пробить. А это пятерочка. Зубильца возьми. Блин. Такая, короче, находочка. Я вам рекомендую проверенный магазин для кладоискателя 12talerov.ru. Металлоискатель, катушки, все для поиска. Онлайн-кредит или рассрочки, 5% скидка при оплате онлайн. Обмен старых металлоискателей на новый. Есть на прокат, есть металлоискатели БУ. Быстрая доставка по всей России. Металлоискатели пинпойтеры, доставка будет бесплатная. Хотите покупать выгодно? Используйте мой промокод под видео в описании. Так, находочка, правда, хотел в руке снять, вот остался след, рассыпался. Вот такой ключик, по форме как будто современный, а тут дырочка. Ну, не знаю, короче, может он вообще, правда, еще современный. Но, судя по тому, что сейчас он из латуни исполнен, этот ключик, сейчас ключи не делают, в принципе, из такого материала. Возможно, старенький, возможно, советский. Берем, продолжаем. Глубина такая хорошая, находка, так себе. Но мне кажется, из гильзы сделана пепельница была металлическая. Блин, была бы латуна, я бы забрал. Даже в качестве пепельницы. Ну а так что? Продолжаем. Короче, наконец-то попалась старенькая вещичка. Вот так она выглядит. В комочке. Видим дырочки, бла-бла-бла. Переворачиваем это зацеп для ремня по Первой мировой войне. Ну, вот нас, кстати, сейчас мы только расчехлились на поле, начали копать. Ну, мы тут ездим, переезжаем, короче. Вот на ней вот здесь сейчас будет корона, вот в этом месте. То есть такой зацепчик по войне. Вот, остановились, начали там, короче, они там, полицейские, парень с девушкой или там сотрудник полиции мужского и женского пола. Вот, я сейчас пока чищу, рассказываю.
типа, вот же, ну, нельзя же копать туда-сюда, как бы, вон корона просматривается. Нельзя копать туда-сюда, им объясняю, ну, если было бы незаконно, мы как бы по распашкам, по полям с разрешения фермеров не ходили бы, не копали. Я говорю, если искать те находки не те, что имеется в виду по эхо войны, которые мы не берем, и правильно, нафиг они нужны, вот, пожалуйста, случай, почему их мы их не берем. Вот. Типа, ну, в другое место, вот, корона просматривается, такой шикарный зацепчик. Шикарный. Сейчас немножко полосну и коронку вам покажу, что вот-вот коронка здесь. Корона. Ну, в итоге, короче, с полицейскими разошлись, показали, что у нас там одно железо там. Вот корона, ну, блин, плохо видно, состояние ушло. Вот такой вот зацепчик. Внутри пока не очистил, он может сломаться, потому что он цинковый. Вот. Ну и развесились, так поулыбались. Видать, больше всего они остановились из интереса спросить, что да как. Ладно, продолжаем. Недалеко от этого зацепа, который снимал с повествования нашей встречи с полицией, вот, выкопал малюсенькую такую пуговицу, наверное, с ноготок. И вот у нас сейчас за сегодня, походу, первая монета. Судя по тому, что она у нас медь. Она, ну да, старенькая фенишка. Так, надеюсь, хотя бы мы сможем прочитать, что она нам расскажет. Здесь у нас герб ее. Двушечка должна быть по размеру. К сожалению, она вообще абсолютно, короче, убитая. Убита, но прошлый выход был по монетам. Вот абсолютно, блин, опять это слово. Такого же размера. 180-я часть талера. Вот герб видно. Здесь вот, ну, сейчас я не буду чистить. Короче, все равно она ушатана. Но монетка есть монетка. А причем первая из монеток. А монетка империя. 1800 каких-то годов. Там с 40-х, 50-х. То есть 150 лет почти. Скоро 200. Так, ну все, кружусь. Вот такая вот. Отличный сигнал. Медная пуговица лысая. Продолжаем. Кружусь, все на месте. Вот опять появилась, короче, ой, у меня этот пряжка поясная слетела. Появилась опять, короче, круглая монета. Что за монетка? О, орел. Орел, это у нас 10 феннингов. 1800 какого-то года или 1900 начала. О, хоть состояние такое хорошенькое. Об коленку. Чтобы нам год посмотреть. А год у нас, где же год? Здесь год, вот с этой стороны. Хорошенькая монетка. Вон 1900, вижу год. Состояние хорошее, монетка. Монета медная, состояние отличное. Вот 1900, вот тут вверху. 1912 год. Отлично. Продолжаем. Так, поменяли мы, короче, немножко дислокацию поля. Выпала вот такая вот находка в виде пуговицы. Даже, а, нет, это не пуговица, это все-таки запонка, потому что я хотел, не хотел показывать эту пуговицу, но потом увидел, что на ней, короче, рисунок. Вот здесь вот, вот вниз цветочек, а сверху лепесток. Это, короче, цветок, ну или вот так, наверное. Видно, да? Где там у нас фокус? Короче, пуговица в виде лепестка с цветочком. Вот здесь как будто она как запонка такая. Что ж, ну, накопал там, короче, меди. Че, я не буду ж показывать, когда ее по чуть-чуть. Вот такой вот старинненький экспонат. Ну, мы продолжаем. Продолжаем копать. От пуговицы не ступил, короче, шагу. Здесь у нас находка медная и латунная, но, короче, это, ну, шмурдяк. Я так думаю, что это бородачёс или гребень. Остатки, вернее, от него. Вернее, от него уже остатки. Барбишоп. Ну, там рисунки какие-то проглядываются. Вот такая старинная штучка. Блин. Перегнутый. Если он перегнутый, короче, вон рисунки, да, есть рисуночки. Не почесать мне бороду. Как бы такой вот шмурдячок. Ну, а мы продолжаем.
Какое небо синее. О, смотрите, ягодки нашел. Смотрите, сколько ягодок. Сейчас пожрю вам. О, а тут кто там уже? Мужчина! Да-да. Разрешение на сбор ягод у вас есть? Да. Нифига себе, вот ходил, ходил. А тут уже кто-то, короче, собирает. Еще два джентльмена со мной. Сейчас черешню поедим. Так, очередная находочка. Явно по старине. Какая-то сверху дырка. А здесь у нас что, никаких рисунков, ничего. И что это у нас, типа ключик заводить? Ой, Сейчас почищу, посмотрю, если какие-то рисунки появятся. Покажу обязательно. Но вещь непростая, я подобное видел. Здесь должен быть рисунок кого-то. Ну, фокус, ё-моё, фокус. Короче, рисунков не осталось, не наблюдается. Вообще тут должен быть рисунок, изображение. Это типа образка было, что-то такое. Ладно, продолжаем. Так, ну что, день молотков. Вот такой вот экспонат, персонаж, металлический молоточек. Ну что ж, что, берем инструмент, это хорошо. Берем. Так вот, зацепчик к противогазику по соседству. Вот с этой штучкой. Хвост от мины. Продолжаем. Фокус опять нет. Короче, продолжаем. Эхо войны на старине. Испытывал интригу, надеялся на кладуху или там на что-то железное. Но все-таки выкопал какую-то неведомую хрень с четырьмя ножками. Вообще непонятно, что. Непонятно все за хрень. Ну ладно. Испытал интригу, испытал судьбу. Ничего. Следующая яма будет складом. Кладовая. Закопал эту хрень. Но я думаю, что это переноска. Вот, пожалуйста, еще эхо войны. Пуговица, ежик, алюминиевое состояние. Так себе. Ушко там целое, не буду переворачивать. Какая-то этот. Небольшая площадка, позиция, наверное, какая-то была. Ладно, продолжаем. Отошел недалеко. Верховая подкова. Причем почему-то вот опять третий раз нахожу. Заостренными концами. Ну что ж, берем. Экспонат. Зеленая. Ну, это наша царица полей должна быть. Одна фенишка. Да? Нет, это двоечка опять. Что-то у меня двоечки. Тут вообще не читается. Вот я говорю, что они обычно фиг прочтешь. А ведь это вторая такая же. Где там? Короче, какельный. В общем, после чистки, если удастся прочитать год, то я, конечно, приложу. А так, беда бедовая. Продолжаем. Так, следующий сигнал. По всей видимости, вот пломба лежит. Фокус не будет, да? Тогда берем в руки. Вот. Ну да, пломба. Рисунки. 16. А тут? Ой, а тут глухо все. Буковки КВ. Пломба 16. Ладно, берем. Ищем. От той пломбы отошел буквально чуть-чуть. Очередная пломба. Вся, короче, в рисунках. Что мне там получится с той стороны перевернуть? С той стороны тоже. Ну, в общем, так. Ну, а мы и движемся уже к машине. Идет завершение. От завершения очередного тухлого выхода. Ничего не стрельнуло такого. У меня, по крайней мере, может, у кого из ребят стрельнуло. Идем к машине. Следующий сигнал. Подкова. Вы скажете, ты, Сережа, уже снимал подкову.
Блин, а это какая-то усиленная или задвоенная. Какая-то она необычная. Или из двух сделана, или так усилена. Хороший металл. Да и экспонат может быть крепкий. Так, мы подведем итоги нашего очередного тухлого выхода. Вот такие монетки. Вот эти нечитаемые, опять я тебе говорю, что это два фенинга 1800-х годов, нечитаемые. Пуговка вот с цветочками, цветочек ведут, как отпал. Осколки какой-то, гребень или расчесон. Ключ какой-то вот латунный. Две пломбы, зацеп, пуговки, вон, пуговки. Ну, то есть, короче, очередной такой выход. Ну как, находки есть, но хотелось бы чуть лучше, чуть больше. Тем не менее, время, проведенное в удовольствии. Всем, кто был со мной, всем спасибо, всем здоровья, здоровья вашим близким. До новых встреч!